Президент Ильхам Алиев поздравил всех с праздником Новруз, пожелал нашему народу здоровья и счастья. В этом году мы отмечаем Новруз Байрамы в Шуше, на Джидыр-Дюзю. Это историческое событие. Начиная с 2004 года, ежегодно поздравляя азербайджанский народ с Новруз Байрамы, я говорил, что мы вернемся на родные земли. Говорил, что мы восстановим территориальную целостность страны. Говорил, что после освобождения наших земель от оккупации мы отметим Новруз Байрамы в Карабахе. И этот день настал. Сегодня мы отмечаем Новруз Байрамы в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана, Шуше. Президент Ильхам Алиев назвал это историческим событием, большим счастьем. Аллах услышал молитвы азербайджанского народа. Каждый год накануне Новруз Байрамы все мы, наверное, думали, говорили друг другу, что, иншаллах, в следующем году отметим Новруз Байрамы в Карабахе, в следующем году отметим Новруз Байрамы в Шуше. И этот день настал. Спустя 28 лет мы вернулись в Шушу. Мы отмечаем Новруз Байрамы на Джидыр-Дюзю. Мы восстановили историческую справедливость. Подчеркнув, что на протяжении 28 лет брак разрушал исторический облик Шуши, стремился его арменизировать, стереть в Шуше наследие азербайджанского народа, президент Ильхам Алиев сказал, что, несмотря на все это, Шуша не покорилась, не сломилась, сохранила свое достоинство, сохранила национальный дух Азербайджана. Шуша смогла сохранить дух азербайджанского народа и ждала нас. И мы должны были прийти. И пришли. Отметив, что для этого наша страна набралась сил, по всем направлениям была проведена подготовительная работа, обеспечено национальное единство и солидарность, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в последние годы Азербайджан стал сильнее как в международной, так и в экономической и в военной сферах. И благодаря именно этой силе наши земли были освобождены от оккупации. Освобождение Шуши является событием, занимающим особое место в Отечественной войне. Шуша была нашей целью, и мы шли к ней. Размещение азербайджанской армии на всех землях, освобожденных до Шуши, обусловило и освобождение Шуши. «Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель», сказал глава государства, особо подчеркнув, что посвятил этому весь период своего президентства. И за каждым решением стояла эта цель. Приблизили, подготовились, пришли и нанесли поражение врагу, уничтожили его. Мы пришли и стоим здесь. Я стою на древней азербайджанской земле, как верховный главнокомандующий победоносной армии, и никто после этого не сможет заставить нас уйти отсюда. Президент Ильхам Алиев заявил, что Шуша будет восстановлена, и в связи с этим началось исполнение поручений. Отметив, что, кроме того, на всех освобожденных землях начаты восстановительные работы, глава государства сказал, что в первую очередь готовится генеральный план города Ахдама и Ахдамского района, который будет утвержден в ближайшее время. Находясь в Шуше, человек еще раз осознает величие азербайджанского народа, подчеркнул президент Ильхам Алиев и отметил самоотверженность молодого поколения в достижении блестящей победы. Представители всех поколений участвовали в войне, проявили героизм. Но каждый должен знать, что основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства. Молодые люди, которые в 2003 году были детьми. В первую очередь мы обязаны им, всему азербайджанскому народу. Весь наш народ приближал эту победу, и все факторы, соединившись, вместе обусловили итоги этой войны. Глава государства также отметил, что Вторая Карабахская война изучается сегодня в военных школах ведущих стран мира, потому что мы вели войну 21 века, уничтожили врага. Армянской армии нет, мы ее уничтожили, заявил президент Ильхам Алиев. Ермени ордусу йохтур, биз ону мэхмиш. Ве бугун Новруз байрамыны Джидыр дюзюнде гейд эдеркен, гурур хиссиле дейрем, Шуша сен азатсан, Шуша Азербайджандыр, Карабах Азербайджандыр.